Всем привет, привет, Ютуб, солнечная Италия на природе, Сашка кричит. Сегодня 1 мая, вас всех с праздником. Мир, труд, май. София, кстати, в комнате, потом тоже с вами поздоровается. Мы сейчас спускаемся вниз, как всегда, за дом, покажу, что мы сделали. Нарубила я помидор, чеснок, олью, оливковое масло, посолила, поперчить еще не поперчила. Сейчас отношу вот такой вот поднос вниз, положила петрушку, потому что петрушку люблю, потом порежу для себя уже. И еще одну точно такую же тарелочку. Карла уже замариновала мясо, курица, сосича, все остальное. Я уже снесла картошку в мундирах, сейчас спускаемся и переключим. Ну, аспетта, ора си аккеса, вай. Amici YouTube, buona giornata. Oggi in questa giornata un po' ventosa, un po' grigia, abbiamo deciso di fare una grigliata per il 1° maggio. Abbiamo due nuove entrate. Alessio Camarretta, detto Gamberetto per gli amici nostri. Ne saluto Alessio. E poi abbiamo Lello. Il Lello. Il Lello, poi ti raccontavo un aneddoto di Lello. E c'è anche Lino. E Lino, здесь. У нас сегодня вот такой вот этот самый. Здесь ждет угли. Салют атути. Чао! Уже готово. Гварда, когда джапрон такой же. Ага, Лину. Это Лину. За рекою, за рекою. За рекою, за рекою. Так, девчонки, мальчишки, ютубовцы, мужчины, что сделала? Из мундира в картошку, которую варила, порезала, чесночок добавила, сольки, петрушечки, без петрушки жить не могу, купила сегодня так много, и помидорчики. Мы точно такое же сделали еще Лину. Лина любит, когда такое делает, да, Лин? Да. Пьяча кузи, верю? Да. Ну и боно, но купанда помидору алью, да? Да, ну да, очень, очень нравится. Вот, и очень-очень вкусненько. Кстати, на природе с мяском кушается вообще очень классно. Я взяла курочку, взяла мяско, Саша тоже взяла курочку, и у Саши еще ребрышки. Все, нам приятно. Так, вот уже готово наши ребрышки, наша растечатка. Курочка, это уже последнее мясо. Кстати, вот таким вот, такой вот Карла покупает, для того, чтобы кушать. Лелло зовут не Лелло, его зовут Рафаэлло. Да? Perché lui si no, perché lui si è presentato come Lelo, invece Raffaello. Raffaello. Via. Buon appetito. Piatto. Pulito. Pulito. La. Bravo Lino, молодец. Hai comprato? Bravo. Guarda là, è cascato. Madonna. Aspetta. Io sto guardando ultimamente tanti film di guerra, no? No, me va via. Io fra poco comincio a parlare già tedesco. Tanto per cambiare, no? Film della guerra. Я смотрела девчонки классный фильм, сейчас смотрю, называется «Жены офицеров». Офицерские жены. Уже 5-я серия. Обалденный фильм, классный. Потом я смотрела «Красные горы». Кто-то из вас посоветовал в комментариях. Я посмотрела «Красные горы». Тоже классный, обалденный фильм про войну. Начало такое немножко затянутое. Но потом, если войти в этот самый... Во вкус очень классный. Он такой прикольный. И потом я смотрела фильм... Блин, сейчас не помню. Ну вот офицерские зоны. Офицерские жены, классный фильм. Советую, рекомендую. Обязательно посмотрите. Вообще просто класс. 5-я серия сейчас. Настолько все закручено. Молодец, что там, кстати, что-то вонятое. А что ты, зачем ты поменял? Выключил вчера. Мы сегодня, кстати, с Линой наелись столько чеснока, много прям, да, Лин? От тебя маджатали. Тантиссимо. Скажи, много-много? Кази, гуайда ми. И погода поменялась, да, сейчас ветрено, да? Вин. Поставину такую здесь, человек, а фельпа. Oggi siamo di organizzazione, abbiamo fatto una prescrizione. Sì, no, на него не грузовая, такая полугрузовая. Я не знаю, просто как ты завтра едешь косы собирать домой. Да? Se non piove il tempo, andiamo a pesca. Sì, sì. Завтра будешь собирать косы, он говорит, ну да, если ее не будет ветра, не будет дождя. За рекою, за рекою.
Zarico, you, Zarico, you. А София что делает? София на телефоне с девочкой. София завтра уезжает. София дома не варит. Ресторан называется Рампа. Рампа. Нет, он на Амика. София завтра с подружкой, с мамой. Мама ведет девочек. Ресторан называется Рампа. Мы там были, есть у нас видео. Вот дождик срывается. София это получила. И я там денежки соседки тоже дала. Но на так я стала на этом месте. Они напились, они просто поют. Все равно почему пенсия на кисеть умбрянки. Вы всем предотронды. Как всегда. Ой, какой поцелуй. Потом напишет, поиск криво такие. Си, зарукози. Поиск криво, но напишет, я говорю, потом напишет. Все было неправо. А, кстати, мне надо сейчас черепашкам набрать травки. Мы до сих пор так и не сделали аквариум. Он хочет сделать это профессионально, смотрели на ютубе, искали именно, как делают эти вот, они называются не аквариумы, а специальные штуки для черепах, как-то по-другому они называются, но я наверняка выговорю, вот, и это самое, надо им что-то создавать, короче, условия, хотя такое, как по мне, хотя многие написали, что у них есть черепашки, и они их очень любят, но как по мне, ну, я узнала, что они закапываются там на 6 месяцев, где-то спят, то есть их и не видно, это скучновато, наверное, будет, я люблю таких животных, которые как-то видно будет. Саша приготовила Лину салат. Давай, Лина. У нас уже ветер поднялся, холодно на улице. Сейчас домой пойдем. Ну, мне холодно. Давай. Коре. Ага. Ну, со всей любовью я готовила. А це? Bello, mangiala! Carlo, bella insalata, mangiala! Mangi, vai! Parti da questo, guarda, no, proprio da questo! No, no, questo, questo è che... No, guarda, ma che fa? Finta, vieni, vai! Vai, vai! Non capisci un cazzo. Parolacce, in diretta. Loro lo sanno. Molto, c'è anche il crapivo. Oh, non deve... Fa male, crapiva. Crapiva, Lino. Все, Lino, io sto... Lino! Fa male, dai, su. Ora mi si gonfia la labbra ancora di più. Ребят, показываю, что Лина раньше был моряком. Сначала начал... Саш, помолчи немножко. Сначала 18 лет был моряком, а потом с моряков перешел в десантники. А что-то... А, телефон разбил. Телефон успокаты, прикольно, видите, свидимал. Нормально, то у меня телефон был грязный, распоркатывала камера. Камера была грязная. Это Лина уже десантник. В армии он, ага. Служил десантником. Видите, с парашютом сидит. Угу. Китис покатал телефон. Уронил. Как сказал, лавору. На работе упал телефон. Фотографии прыгают. А, это он когда прыгал с ней этот, с парашюта. Классно. C'era... Quando eravamo in aria, questo l'ho fatto al volo. Это когда он летел сделал. Con altri miei... Да. Его друзья сделали фотографию. Tutti quanti. Qua eravamo all'aeroporto. Это в аэропорту. Молодец, Лина, умничка, брависсимо. Браво. Sono orgoglioso di te, sa? Tantissimo, sei bravissimo, guarda, complimenti. Dice, qua c'erano delle foto in esercitazione che con faccia mascherata. Maschera verde e marrone. Ah, non dai, maschera... Ага, это надо вот так показывать. Si vede poco. Ну да, ну нормально, кто хочет, где они там лицо закрасивали, чтобы их не видели. Vede un po' quando fai esercitazione. Да, да. Браво, Лина, браво, sei bravissimo.
И qua, dentro l'aereo. Это в самом самолете. Che dentro C130J. Ma te comunque ce l'hai quelle foto salvate, no? Perché se ci sono delle foto a casa mia mamma c'è tutto l'album. Perché se no ci succede qualcosa. Io quando sono sceso giù, c'è mia madre, c'è tutte le foto salvate, io non sapevo che lei aveva. Молодец. Ну, я говорю, ты хоть фотографии свои эти самые сохранила, то потом и фотографии. Он говорит, да, да, у мамы, говорит, фотографии. Я у мамы, когда вот он сейчас домой ездил, покажу свою эту самую астрочку. Вот она раскрывается. Вот видно маленький росточек. Приживается цветочек. Мы уже будем заканчивать, будем уже идти домой. Всем приятных выходных. Самых классных праздников. Всех целую, девочки, мальчики, мужчины. Всего самого, чтобы мечты наши сбывались. Позвоните своим родным, близким обязательно, потому что каждый должен знать на этом свете, что мы их любим и ждем. Все, всем пока-пока.